облегчить жизнь людей, сделать все необходимые сервисы проще, доступнее и оперативнее. Это главная цель постоянно совершенствующих свою деятельность центров государственных услуг. Очередной распахнул свои двери в Нукусском районе Каракалпакстана. Здание оснащено современными информационно-коммуникационными технологиями и ежедневно может обслуживать до 300 человек. Со спектром оказываемых здесь услуг ознакомилась наша съемочная группа. Новый инклюзивный центр государственных услуг. Быстро, просто и удобно. Это главный принцип его работы. Говоря об удобствах населению, здесь введен порядок пользования госуслугами по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места жительства и пребывания. Новый центр в этом районе предоставляет 280 госуслуг и способен ежедневно обслуживать до 300 человек. Это один из значимых проектов в Узбекистане, потому что именно благодаря этому проекту все больше людей могут свободно воспользоваться госуслугами. Все документы оформляются в одном месте. Сейчас в новом Узбекистане уделяется огромное внимание, чтобы граждане могли получить как можно больше информации в одном месте, чтобы это было удобно и качественно, без лишней волокиты. А наши проекты как раз помогают в этом. И в новом данный момент является как раз-таки упор на то, чтобы обучить граждан получать услуги самостоятельно. Это уголок самообслуживания, где каждый гражданин, не обращаясь к оператору, то есть не ожидая в очереди, может получить государственную услугу. Наиболее популярные три услуги мы здесь показали. Первая – это услуга при выходе на пенсию. Вторая – это услуга, связанная с получением справки об отсутствии судимости. И, наконец, третья услуга – это кадастровые услуги. Строительство, привод в эксплуатацию нового здания. Граждане могут получить пользователя услуги через этот тачскрин. Это такой вот ноу-хау на основе зарубежного опыта. Центр ориентирован на все слои населения, включая женщин с маленькими детьми, лиц с инвалидностью, молодежь и людей преклонного возраста. Центр госуслуг оснащен пандусами, поручнями, а также кресло-колясками, тактильной плиткой для слабовидящих людей, информационной стойкой с планом здания на шрифте Брайля. ПРООН всегда поддерживала подобные проекты. Мы рады быть частью этих преобразований. Это место, где женщины могут получить бесплатную юридическую или психологическую помощь, развивать новые навыки и получать консультационную поддержку для начала своей предпринимательской деятельности. В центре госуслуг молодежь может попробовать себя в качестве волонтера. Любой житель может получить необходимые знания по использованию онлайн-услуг. А еще здесь, как и в других пилотных центрах, реализуется несколько инициатив. Речь идет о женских консультативных группах. Это поможет повысить информированность женщин, пожилых людей в сельских местностях Узбекистана о возможностях и процедурах получения государственных услуг. Вторая инициатива – программа волонтерства. Она направлена на вовлечение добровольцев в работу центров государственных услуг для предоставления госуслуг уязвимым группам населения.